Эй, так, всем привет. Ну что, продолжаем столкач. Вот уже допроходим его. Иди ко мне. Он зовет меня, иди ко мне. Но я к нему не пойду. Я пойду по-другому. Ты обретешь то, что заслуживаешь. И чё же я заслуживаю? Слушай, я бы такой был, что хотел бы сначала тебя, может, отключить? Давай, подожди. Задание. Задание. Там нам стрелок вроде давал в одной серии приборчик один интересный. Живая легенда Пришло чистилище. время. Я вижу твое желание. Чистилище, говоришь, да? Стрелок. Стрелок мне ничего не скажет. Слушай, ты хотя бы палкой, я не знаю, пальцем ткнул бы там, где это чистилище твое находится. Хотя, что это за... Ни хрена себе, у него моделька. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Да я бы тебя подключил бы, если бы честно. Так-то уже между нами, девочками и мальчиками. И, по-моему, нам сюда наверх надо. И там вполне себе могут сидеть монолитовцы, так что давай-ка поосторожней. Шавки у Путь меня нету. решен, человек. Иди ко мне. Ясно. Они все-таки там. Слушай, или давай, слушай, посмотрю пока монолитовцев там, которых я поубивал в прошлой серии. Пришло время. Я вижу твое желание. Может, шкафка у кого из вас есть, пацаны? Ебать! Ну тебя-то я уж точно тут не ждал. Аптечку вместе схавал. Пришло А у время. меня бинтов, что ли, вообще нету? Я вижу твое желание. Ладно, подожди. Что там насыщение дает? Насыщение минус. Слушай, они там с кем-то воюют? Мне немного страшно за своих тиммейтов. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Дай ему прикурить, я обойду. Где это пипега, блять? Как по мне вообще стрельнули? Через крышу, блять? Блять! Своих не подо... Чё я творю, блин, да, действительно. А чё я, блядь, творю, блин? Не докинул гранату. Это было настолько тупо, блядь. Он спустился тупо через потолок. Я ж от удивления, блядь, я ж промазал, блин. Это чё за... Подожди, братан, ты там пока потихоньку спускайся, я сделаю музыку. Джонни, они на деревьях! Ну ебать, такой поставы я вообще не ждал, что они сейчас будут с потолков десантироваться, блядь. Тихо-тихо, блядь. И он еще при этом, блядь, стреляет. Да как так, блядь? Это что за херня, блядь? Эй, камон, блядь. Нечестно так. Он, сука, выжил, блядь. Он, мать его, выжил. Сука, второй гук, блин. Два гука. Джонни, они на деревьях. Тихо, блядь. Без паники. Еще десантники будут? Вроде пока десантников нету. Ебать. Ты где? Мальчик.
Пацаны, не разбегаемся. Слушай, ну эту проблему надо как-то решать. Оп! Отойди! Господи, чё он, блядь, на эту гранату полез, блядь? Ёб твою налево. Да, мое желание, блядь, исполнится, когда вы, сука, честно начнете играть. Иди ко мне. Сука, как туда гранату закинуть, а? Вроде стал там под правильным углом. Желание... Так, ну чё, давай. Мое желание сейчас исполнится, блин. И скоро исполнится. Иди ко мне. Бля, братан, красавчик. Каратист, блять. Все, давай я тут наверх. Сука, чё, опять десантник? А где десантник? Оу, граната! Ну, какая-то вообще недамажащая граната. Блять, как тут проходить, а? Они могут в любой момент полезть с потолка, блядь. Гранату и туда хрен закинешь. Так, братва, я лезу уже. Хватит тут, блядь, бетонные... Жрать! Тихо! Все под контролем! Блять! Надо было чуть быстрее реагировать. Вот этих двоих еще нужно доразмотать. Тихо! Заебись! Подожди, сейчас приду. Сейчас приду, звук тише сделаю. Ко мне. Чем хильнуться? Вот этим давай хилюсь. И... Так, сигаретки покурю. Такое, блядь, дело надо закуривать. Сука, ну все, настолько насыщение съедает. Путь завершается. Иди ко мне. О, похавать! Хотя там как гладит, то навряд ли хватит. Братва, вы где? Вот один пришел, окей. Блин. Подобрал ненужную мне пушку. Пришло время. Я вижу твое желание. Да что ты говоришь, кстати, винтовочка прикольная. Разглядеть ее можно? Окей. Выбросить. Так. Килограмм у меня еще есть. Иди ко мне. Покушать. То, что блять, что я скушал? Восстановление здоровья. Ладно, остановимся. Так, там уже к этой двери, по идее. Да, слушай, он сразу переходит тут. Мы в правильном направлении идем. Мы не пошли к самому монолиту. Продолжение. Сейчас будет жестко. Братва? Так, воюем на три стороны. Минус один. Где другие? Так, где один, там второй, блядь, давайте только вы, сука, не разбегаетесь, пожалуйста, я вас прошу. Так, ладно, тут можете стоять.
Так, опять музыка, что ли, там? Да, опять музыка завывает. Все, давай в аккурат. Зачищаем монолитовцев. Блять, где? Кто? Братана моего не трогай! Братанов не тронь! Сука. Братву, сука, завалили нашего. Вот, блядь, сидят там где-то, их не видно, потом выбегают все эти толпению, блядь, и наших начинают расстреливать. Давай. Свой, чужой. Ладно, сейв. Заебись пока все. Еще двое. Сука, перезарядка. Блять. Сука, не пугай меня так. Я нервный, я дерганный. Все живы, все здоровы. На, получай. Сука, провалено задание. Я не знаю, но тут пипец сложно воевать на самом деле. Да иди ты в сраку, а? Вот реально в этом моде не хватает, чтобы можно было командовать своими тиммейтами. Живем. Живем, пацаны, нормально. Так, откадешнулся. Давайте, лезьте на папку. Это стрелок был? Окей, не распознал. Царян стрелок. Звук пока давай потише сделаю. Ух. Братва, давайте поспокойней. А, блядь, медицину дайте мне хоть какую-нибудь. Нахрен я бабки с них собираю. Смотрите, какой жмышок. Так. Ну, о, бля, галстка, еще одна, ни хрена себе. Братва, берите галстку, блядь, нормальная тема. О, этот взял. Хотя, может, и не такая уж нормальная тема, блин, но на нее прицел бы какой-нибудь попроще. Хотя, не, слушай, нормально. Типа, можно приблизить, отдалить. Вот бы на него какой-нибудь такой двойной тактический прицел, типа в упоре и на дальнее расстояние, чтобы можно было переключать. Я не знаю, братан, как тебе получилось меня убить? Вот эти аптека.
Аптека нормальная тема. Блядь, сука, только не сдохни. О, жмык, блядь, сидит там. Призрачный какой-то жмых. Так, ну тут благо они не могут пройти. Все, нормально. Пацаны живы, блядь, здоровы. Где-то там обходун наш. Все, минус обходун. Так, хиряться. Давай F3. Перебинтую немного. Пацаны, давай это посмотрим их. Блять, я скальпель подобрал, можешь себе оставить. Я просто сейчас набираю хил с них. Ну и немного денег, мало ли. Что, всегда было чем подхилиться. О, хавчик. Вот, у прозрачного, чё? Нифига себе, там винтовка лежит. Сейф. Ты там, блядь, не дури мне. Всё, с этим разобрались. Так, я что-то лишнее, походу, тягаю, да? Что, ладно, дробовик. Нафиг. Пистолеты эти тоже нафиг, скорее всего. Пустые шприцы там всякие, не знаю, где они. О, насыщение, насыщение дает глюкозочкам. А где там часть этого? Я подбирал же там какую-то тарелку, вот. Ох, я, короче, похаваю. То есть, подожди, мы все зачистили, а туда не обновлено чистилище. И типа мне сейчас, наверное, что, со стрелком надо поболтать, да? Стрелок. Расскажу о себе. Окей. А за сколько, кстати, починишь? 36 тысяч, похуй, давай. Ну, гаусску мне почини. И вот этот почини. Все, да? Мне нужна медицинская помощь. Блять, этот чувак, он все время хилял. Ну, с ним бы я постоянно разговаривать, конечно, не смог бы. Так. Снайпу забери. Медицину давай, нашивку. Остальное себе оставляй. Вот это, вот это, вот это. Гранаты дерьмовые, я смотрю, вот эти вот. Хавка. Где там батончик? Ну, заодно и попью, пофиг. Чтоб сушняки не мучили бы. Так, заебись-ка. Я не знаю, нахрена я сейчас тут лутаю так. Просто чтобы было. Ну, то есть какие-то дополнительные вещи, кроме там медицины. Так, себе оставь. О, еда еще.
Так, что у тебя? Ну, еще хапка. Я, наверное, те, которых я снизу перевалил, уже спускаться за ними не буду. Типа, какой смысл? Да, там, конечно, можно что-то додыбать. Что-то интересное с них. Ну, типа, камон. Так, лишнего прям ничего я не подобрал, да? Так, давай вот это вот все посбрасываю. Вот этого старый детектор выброшу. Че мне артефакт дает? Ожог, электрозащита, пси-защита, химзащита. Ну это не боевой артефакт. Ну вот скоп. Блять, еще кто там? Только я сейчас твою. Твою жопу сейчас уничтожу. Давай. Смотри-ка, достал. Давай, бинтик. Еще? Давай медицину. Ебать. Это что там? Блять, это полтера. Бля, братва, смотрите, сейчас сожрётесь. Что это, блять, за артефакт? Так, ладно, стрелок, блять. Давай-ка нахер с этой комнаты мы с собой выйдем как-нибудь. Где этот полтер, блин? Все, братва, пошли отсюда нахуй. Вы идете? Ну, по идее, они сейчас должны за мной телепортнуться. Посмотрим. Захотелось орешка. ММДМС. Чё? Так, подожди. Посмотри, чё по заданию? Ответы. Стрелок, ну давай, трави мне. Я сделал, что ты просил. Бери осколок, надеюсь, теперь ты сможешь ответить на мои вопросы, когда получил то, что хотел. Я обещал, но сперва хочу поблагодарить тебя за всю ту помощь, что ты оказал нам. Теперь можно задавать вопросы. В недалеком прошлом, когда тебе знали вещи, ты координировал действия и работал вместе с барменом Сидоровичем. Почему ты не вернулся к ним? Это все честно, видел монолит и разговаривал со сознанием, потом после вновь развязавшейся перестрелки я их убил. Ну, короче, все мы это видели в прошлых частях Сталкера. Аномалия. Я не знаю, если хотите, можете почитать на паузе. В принципе, это весь лор сталкерский. О выбросах, вот. О аномалиях. Ага. Все.
Пацаны чудесным образом исчезли. Я чудесным образом сделал звук потише. Так, посмотрел, что по заданию. Но походу к Сидору, что типа надо идти ему, типа все рассказать. Я даже не знаю, но у меня тут быстрых переходов нету. На ЧС, на ЧС, блять. Заброшенный госпиталь. Это там типа что, заброшенный госпиталь? Генератором. Блин, ну это идти тут, конечно же. На ЧС, на ЧС, все на ЧС. Слушай, давай так, чтобы может это уже не перед-то тут. Хотя ладно, давайте, пускай сталкер у нас еще пару серий побудет, мы как раз дойдем до места назначения, сдадим это все Сидору. Я не хочу там депешиться при помощи дебаг модов, вот, чтобы просто закончить все за одну серию. Так что с вами был Зазепа. Надеюсь, серия вам зашла, понравилась. У вас лайк, подписка и всем пока.